24 сентября было совершено историческое событие для православных христиан столицы Шахтерского края. По просьбе главы Кузбасской митрополии митрополит Владимирский Суздальский Евлогий осветил малым чином нижний предел в честь святых мучениц веры, надежды, любви и Софии храма Воскресения Христова в городе Кемерово. Во время чинопоследования в храме молился высокопреосвященнейший Аристарх, митрополит Кемеровский и Прокопьевский. Пресвятаго Его имени избранное, и небесным своим благословением благословите Его. Господу помолимся. Господи, помилуй. Еже представите храму сему ангела своего хранителя, еже невидимо отразите вся сопротивные наветы видимых и невидимых врагов, силою действием благодатью Пресвятого Духа подати. Господу помолимся. Перед началом освящения владыка Евлогий обратился к многочисленным участникам священнодействия со словами приветствия и радости, связанной с появлением новой святыни в Кузбассе. Мы намерены освятить это сам, для того, чтобы здесь уже Божья песня воцарилась, чтобы мы с едиными устами и сердцем могли бы отдать хвалу, хвалослов, благодарение тому, кто содержит весь мир. Кто и нас с вами сохраняет и спасает, тому, кто печется о нашем с вами спасении. Христу, Богу, нашему. Спасибо. Освящается храм сей. Спасибо. По окончании малого освящения храма настоятель храма, священник Иоанн Павлюк, поблагодарил архипастырей, принявших участие в священнодействии. На память об участии в историческом событии настоятель преподнес в дар двум митрополитам на престольные кресты. Не просто шло вот наша работа, наше движение к этой цели. И сегодня я хотел бы поблагодарить всех людей, благотворителей, строителей, прихожан, просто неравнодушных людей, которые принимали участие. Не всегда у нас все ровно шло, не всегда все гладко, но с Божьей помощью мы преодолели вот все те препятствия, все те искушения. И сегодня, дорогой владыка Евлогий, дорогой владыка Аристарх, я бы хотел бы преподнести вам в память об этом событии знак победы над дьяволом, знак победы над всеми искушениями. И просим, дорогой владыка Евлогий, вас вспоминать наш приход в своих молитвах. В торжественный день освящения Евгений Сергеевич Иванов, председатель комитета по взаимодействию с религиозными организациями, передал участникам события приветствие губернатора Кемеровской области Амана Гумировича Тулеева. Симонова Алексея Сергеевича, заместителя генерального директора по жилищному строительству компании «СДС Строй». Бауэра Андрея Васильевича. Епархиальные награды митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх вручил самым активным участникам строительства и приходской жизни Воскресенского храма.